Сейчас эфир продолжит брифинг Центральной избирательной комиссии. Давайте послушаем, потом вернемся к новостям. Сәлеметсіздер ме? Сағат 7-де сіздің назарыңызға сайлау учаскелерінің ашылу бойынша ақпарат ұсынылды. Сағат 8-де еліміздің барлық аймақтарындағы сайлау учаскелері дауыс беруге кірісті. Ол 9920 учаскелері. Оның ішінде шетелдегі 15 мемлекеттегі 17 сайлау учаскесі. Добрый день! Информация по открытию избирательных участков по стране была представлена в 7 часов. На 8 часов утра избирательные участки приступили к голосованию во всех регионах страны. Это 9920 участков. Из них за рубежом приступили к голосованию на 17 участках в 15 странах. Южная Корея, Япония, Китай, Малайзия, Монголия, Сингапур, Таиланд, Индонезия, Кыргызстан, Россия, Индия, Пакистан, Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан. Число избирателей, включенных в списки на данных участках, составляет 11 947 995 избирателей. Число открепительных удостоверений на право голосования, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателей, составляет 35 951. С этими открепительными удостоверениями избиратель может проголосовать на любом другом избирательном участке при предъявлении своего удостоверения и открепительного удостоверения. Также информирую вас, что в соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии от 10 апреля текущего года за номером 10/223 об установлении форм избирательных документов по внеочередным выборам президента Республики Казахстан, назначенным на 9 июня 2019 года, в Центр избирком представляются сведения о явке избирателей, начиная с 10 утра по времени Нур-Султана, с периодичностью каждые 2 часа. Указанные данные будут доводиться до вашего сведения на соответствующих брифингах. Спасибо за внимание. Назарларыңызға рахмет. Вы смотрели брифинг ЦИК.